Сейчас я вам расскажу, что такое инверсный курсор. Это курсор, который меняет свой цвет на противоположный в зависимости от фона под ним. Ну, не только фона, вообще картинки под ним. Вот, например, на черном фоне он белый, а на белом фоне он становится черным. И поэтому его лучше заметно. Если под курсором картинка с разными цветами, то он тоже изменяется в зависимости от того, какой цвет под ним. Поменять стандартный курсор можно, пройдя в панель управления, мышь, указатели, и вот здесь вот можно поменять, написано инверсный, в скобочках огромная, в скобочках системная, но там есть средние, мелкие и крупные всякие. Я люблю, чтобы все было крупное, чтобы глаза не ломать. Окей, нажимаем, все у нас примерится.